Добрый вечер, уважаемые телезрители. Программа «Открытый диалог» по-прежнему с вами. По-прежнему каждый вечер к нам в гости приходят интересные гости, которым есть что рассказать, показать и поделиться важной и полезной информацией. И сегодня, я думаю, не в последний раз к нам в гости пришел Лобанов Сергей Дмитриевич, заместитель начальника территориального отдела номер 15 Государственного административно-технического надзора Московской области. Сергей Дмитриевич, добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос первый. В прошлом году к нам приходил ваш непосредственный, или, может быть, даже прямой начальник, я не знаю, какая у вас иерархия, господин Сновский, и в конце нашей беседы он сказал, что работа у вас не початый край, это даже на года, десятилетия, и что в вашем подчинении, по-моему, 8 или даже 80 тысяч разных адресов. Вот так ли это на самом деле? За год что-то поменялось? За год... Да почти ничего не поменялось. В подчинении у нас адресов нету. Это адреса, ну, скажем так, это объекты, которые находятся под нашим непосредственным надзором. Они нам не подчиняются, но они должны подчиняться требованиям законодательства, в том числе и Московской области в части благоустройства. Так что ничего не поменялось. Работы как был непочатый край, так непочатым краем он и остается на сегодняшний день. Сразу возникает вопрос, почему непочатый край и чем занимается ваша инспекция? Организация наша называется Государственный административно-технический надзор Московской области. Его задача – это надзор в сфере чистоты, порядка, благоустройства, в том числе и производства работ, в том числе и содержания объектов на территории Московской области. Ну, во всех смыслах, считайте. Вот. Ну, а почему ситуация не меняется? Здесь ряд причин, наверное. Во-первых, я считаю, это недостаточная информированность тех субъектов, которые ведут деятельность на территории Московской области. По крайней мере, те субъекты, которые попали в поле нашего надзора, да, они все-таки стараются уже вести себя более-менее прилично, но по-разному, конечно. Да, это первое. Второе, ну, то, что называется правовым нигилизмом, наверное. Вот. Дело-то в том, что уж в силу ряда причин, очевидно, сложилось вот у нас в стране, и в данном случае на территории Люберецкого муниципального района, отношение к нормам права не совсем, скажем так, такое, которое должно было бы быть. Ну, во всем, наверное, это у нас отражается, да, то есть мы можем с точки зрения, например, сотрудника ГИБДД нарушить, выскочить на встречку, забыв, что там штраф большой. Мы можем в том числе и бросить мусор там, где-то нет в этом необходимости, там, где не место для этого предназначенное. Но и не это, может быть, самое страшное, как правовой нигилизм. Я считаю, что самым опасным субъектом является тот человек, который четко знает, что он делает, четко осознает и, тем не менее, идет на нарушение. Вот. Это я уже называю правовым цинизмом. Вот. Скорее всего, с этими людьми нам нужно бороться гораздо жестче, чем мы до этого занимались. Ну, вот, образно говоря, допустим, живу на 15 этаже, набралась у меня куча мусора, я знаю, что мусоропровод забился, и чтобы мне не спускаться на первый этаж, лифт тем более не работает, идти-то еще до мусорки метров 50. Я собрал пакетик из 15 этажа, бабах его. Вот распространяется ли... Конечно, естественно. Каждое лицо, которое нарушило чистоту и порядок на территории Московской области, оно... подпадает под понятие правонарушителя. Да? И то есть тот, кто сбросил мусор в неотведенное для этой цели место, конечно, он должен быть наказан. В данном случае, в общем-то, предусмотрены достаточно большие штрафы. Вот, и с 1 мая 2011 года Московская областная дума изменила закон Московской области об административно-техническом надзоре. Вот, и штрафы за сброс мусора в неотведенных для этих целей мест возросли очень серьезно, в том числе вот для физического лица, который сбросил с 15 этажа или с 1-го, или мусор тот, который должен лежать на полигоне твердобытовых отходов, туда, где не надо, штраф, значит, у нас увеличился от 2 до 5 тысяч рублей. Я считаю, что это, в общем-то, немаленький штраф. Да? Вот. А для юрлиц, то есть для тех, кто машинами до свалки не довозит мусор, там штраф минимальный 100 тысяч и до 200 тысяч, в том числе, может быть наложен. Если брать лиц физических, допустим, на Октябрьском проспекте есть кафе быстрого питания, называют его ресторан, набрал я гамбургеров, чизбургеров, и у наших люберчан, впрочем, как по всей России, есть привычка, покушал в машине, отъехал во двор, эти пакеты сбросил,
Вот если вы поймаете их за руку, что им грозит? Тоже от 2 до 5 тысяч рублей? Да, это если это физлицо, это от 2 до 5 тысяч. А вот как их поймать? Вот, допустим, вы подходите с удостоверением. Да, показываем удостоверение. Скажем, кто вы такой? Вот, да. Ну, конечно, есть у нас удостоверение соответствующего образца. Мы располагаем полномочиями в наложении административных штрафов для этого. В случае, если сил не хватает, конечно, бывают и отъявленные лица такие, да, привлекаем сотрудников внутренних дел. Вот, от которых ты уж точно никуда не убежишь. Вот. Но мы еще и фиксируем номера автомобилей, с которых это было сброшено. Вот поэтому в любом случае, даже если вот сейчас он откажется к нам подойти, ну, бывают такие случаи, да, значит, делаем запросы в ГИБДД и уже нормальным традиционным путем по почте вызываем его, по почте высылаем штраф, а дальше уже работа судебных приставов. Вот тяна. Сергей Дмитриевич, в одной из стран, ну там на Западе, если человек бросил окурок мимо урны, штраф $200 на месте. Или в околоток его на несколько дней отведут. В принципе, возможно, лишь что в ближайший год, а может быть два, у нас люди уже будут бояться бросать жвачки, фантики и окурки на территории там, допустим, хотя бы Октябрьского проспекта. Ну, я считаю, окурок же тоже нарушение. Да, конечно, окурок – это нарушение чистоты и порядка вне отведенных для этих целей мест. И, кстати, ну, в местах общественного пользования, кстати, штраф там тоже максимально это 5 тысяч, но начинается на 300 рублей нынче, да, потому что все-таки окурок – это уж не такое большое нарушение, меньшее, чем с 15 этажа сброшенный мусор, но здесь я считаю, что, собственно, вина ведь в первую очередь, конечно, на том, кто сбросил, но и на сегодняшний момент, например, на территории Октябрьского проспекта, вот, да, я просматривал, и мне кажется, урн недостаточно. И не каждый человек этот окурок в состоянии положить в карман и вот с ним куда-то идти до того места, где урна. Здесь нужно работать во всех направлениях. Нужно работать и с точки зрения, опять, информационной составляющей. Я ее вижу, честно говоря, на территории Люберецкого района мало. Надо, в общем-то, усиливать роль средств массовой информации в этом, и в первую очередь через средства массовой информации должна обращаться, видимо, сотрудники администрации Люберецкого района и городских поселений на территории Люберецкого района. Это, ну, и повышение уровня самосознания, вот, как с этим бороться, я не знаю. И тем не менее, я считаю, что если, ну, грубо говоря, администрация скажет, делай, как я, да, вот, люди будут к чему-то стремиться, я думаю, что через год-полтора мы можем к этому прийти, потому что, ну, вот вы сами были, очевидно, вот в западных странах. Я, да, был в Беларуси. Ну, в Беларуси, говорят, чистота и порядок похлеще, чем в любой западной стране, да. Вот, и согласитесь, что там, где вы идете, там на улице чисто, рука сама не поднимается выбросить этот окурок или мусор. Там другое сознание, к сожалению. Сознание формируется, и там оно недолго формировалось, согласитесь. А вот что, если на территории отдельно взятого Люберецкого района, ну, хотя бы взять человека раз в пять за год, на $200 оштрафовать, и он, наверное, потом уже призадумается, да, бросать окурок или нет? Ну, вы понимаете, я согласен. Согласен. Это, скорее всего, это может касаться того, кто нарушает чистоту порядок другим путем. Это вот предприниматели наши, да, у которых, вот, может быть, около палаточки не очень чисто, хотя они тоже в последнее время подтягиваются. Другое дело, что та планка, которую они себе поставили, не всегда закону соответствует. Да, их легче. А теперь смотрите, ведь если на территории Люберецкого муниципального района проживает 250 тысяч человек, 260, 270, я не знаю, мы же за каждым не представим инспектора, да? Плюс 40 тысяч граждан иногородних. Плюс иногородних, плюс еще 140 тысяч проезжающих ежедневно через город Люберцы. Я согласен. Нет, это вопрос долгий, и я считаю, что надо всем миром бороться, и тогда все у нас получится. Сергей Дмитриевич, каждую неделю по понедельникам на оперативном совещании у главы района и города выступает Павел Павлович Краснорудский, начальник управления по работе с территориями, который каждую неделю говорит, что им было выявлено при объезде города несанкционированная свалка 1, 2, 3, 4. Их вроде бы под корень сносят, убирают. Вот на прошлой неделе, точнее на этой неделе, опять 4 свалки нашли несанкционированные. Вот предприниматели нерадивые, как с ними боретесь? Ну, смотрите, насчет свалок. Свалки, на самом деле, они на пустом месте не образуются никогда. Свалки образуются там, где кто-то уже что-то положил. Вот. И те свалки, которые были названы, например, что они ликвидированы, на самом деле они давно существовали. Они просто, так сказать, из-под снега выползли кучки, которые, естественно, обрастают еще большим количеством мусора. И понимаете, в чем дело? Речь здесь идет о территориях, которые на сегодняшний момент за какой-то организацией для благоустройства или для обслуживания не закреплены. Да, это так называемые, как вы сказали, ничейные, но мы называем это незакрепленной территорией. Соответственно, там, где рука дворника ежедневно касается земли, да,
там более-менее чисто, будем так говорить. Ну, посмотрите, придомовые территории, например, они, в общем-то, содержатся нормальным образом. Не то, что раньше, вот я сравниваю Люберцы именно в части жилого сектора, именно, да, лет 5 назад или 7, и сегодня. Это, конечно, разные вещи. Сегодня появились газоны, появились ограждения, и люди сами, в общем-то, так стараются не мусорить уже, да. Там же, где территории не закреплены годами, вот там и вот эти вот навалы образуются, конечно, потом приходится каким-то службам аврально принимать меры к их ликвидации. И пока ситуация не изменится с закреплением, ситуация не изменится и с благоустройством, я считаю так. А вот выступал Павел Иванов, начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны, он говорил, что им пришлось тушить недавно свалку в Красково. Это известная свалка для вас? Да, свалка для нас известная. Она именно как несанкционированная свалка, зарегистрированная в областном правительстве. Они всегда на контроле находятся. Еженедельно в областном правительстве этот вопрос поднимается. Она стоит на контроле. Существует дата ликвидации. Да, это место для нас известное. Значит, создана она была в прошлом году. Вот, первый штраф на администрацию городского поселения Красковым положили, наверное, по весне еще. И затем регулярно мы этим вопросом занимаемся. Вот. На сегодняшний момент, значит, по результатам неисполнения наших предписаний Люберецкой городской прокуратуры возбуждено дело, и в Люберецком городском суде принято решение об обязании администрации городского поселения Красково ликвидировать свалку в течение 3 месяцев. Вот эти 3 месяца начали течь 16 мая, соответственно, до 16 августа она должна быть ликвидирована. Ну, в пользу администрации городского поселения Красково я могу сказать, что существует постановление главы о ликвидации этой свалки, и оно уже в некоторой мере реализовано. Так что я думаю, что уберут эту свалку в конце концов. Сергей Дмитриевич, снег у нас практически стаял весь, ну где-нибудь, может быть, в ложбинах, в оврагах еще лежит, от сантиметров 15. Люди на приусадебных участках в частном секторе стали убирать свою территорию. Листвы много, сучьев, ну, прочего мусора, они стали, образно говоря, или куда-то выносить, или сжигать. Я знаю, что у вас к ним тоже какие-то вопросы накопились. Вообще, вот работа с частным сектором на сегодняшний момент на территории Люберецкого муниципального района, это работа очень тяжелая. Почему? Потому что, с одной стороны, если мы говорим о листве, о ветках, да, это естественный мусор, который всегда образуется у всех, да, и закон Московской области об обеспечении чистоты и благоустройства на территории Московской области, он не противоречит в этом смысле, он не запрещает сжигание мусора на собственных территориях именно вот такой категории. Вот. С другой стороны, больше-то волнует вопрос как раз сброса бытового мусора в неотведенных для этих целей мест. И вот этот вопрос, к сожалению, требует глубокой и долгой работы. Вот. Почему? Потому что вот те жители, которые живут в многоквартирных домах, они автоматически в листках на оплату коммунальных услуг, в общем-то, и получают счет за вывоз мусора в том числе. Да? И, соответственно, на близлежащей территории существует контейнерная площадка, они несут туда мусор и, в общем-то, мусор вывозится. То, с другой стороны, на территориях городских поселений Люберецкого муниципального района, в первую очередь поселков Малахов, Котомилин, Октябрьский в меньшей мере, Красково, там громадный частный сектор, и эти люди, вот, большая ее часть, не считает необходимым оплачивать вывоз мусора и, соответственно, сбрасывает его, ну, где у них получится, да, это одна сторона дела, но, а с другой стороны, в общем-то, и городские поселения на сегодняшний момент не имеют соответствующего бюджета для того, чтобы создать для них контейнерные площадки вот буквально на каждом шагу. И вот этот сброс мусора действительно становится большой проблемой. И в данном случае вы взор обращаете на местную администрацию или по дворам ходите и спрашиваете, кто мусор выбросил? Ну, тут уже не спросишь, кто мусор выбрасывал. Да, конечно, мы работаем с городскими администрациями. Очень плотно вот мы работаем сейчас с городским поселением Томилино, где действительно большой частный сектор. Ну, там пропаганда, в общем-то, ведется. Контейнерных площадок, хоть их и недостаточно, но достаточно много там на этой территории. Вот. Собственно, здесь надо больше-то работать в том смысле, что, чтобы людям разъяснять о необходимости сбрасывать этот мусор там, где это необходимо. Вот. И администрация городского поселения Томилино, в частности, готова на эту работу. У них десятки миллионов рублей, чтобы было понятно жителям, тратятся именно на ликвидацию вот этих свалок, которые образуют люди, вот, вместо того, чтобы выбросить, куда их надо. Наверное, лучше было бы, чтобы их потратили на детские площадки, на обустройство
территорий, вот в том числе и частного сектора. Сергей Дмитриевич, вопрос такой. Каждую неделю поднимается вопрос о благоустройстве, точнее, содержании наших городских автомагистралей. Федеральные трассы мы в расчет не берем, потому что это, ну, не городская вотчина, а вот просто дороги. Ну, я бы взял все-таки в расчеты и областные, и федеральные трассы. Но у нас одна федеральная трасса, М5 Урал, она-то нормально содержится, скажем так. Ну, могли бы быть к ней претензии, но есть гораздо более худшие примеры. Областные дороги, да, это большая проблема, но ведь и их содержание подчиняется одним и тем же требованиям. Поэтому вопросы мы задаем и Мосавтодору, в оперативном управлении которого находятся областные дороги. Это Октябрьский проспект, Егорьевское шоссе, Москва, Жуковский. Ну, многие дороги на территории Краскова, Томилина, они областные. Вот, и там работа нами ведется постоянная, неустанная, но все это вот толкаем, как, насколько можем. С точки зрения содержания городских дорог, ну, взять, к примеру, тот же город Люберцы. Да, на сегодняшний момент за дороги эти отвечает организация ОКБ Люберцы, которая вновь создана организация, тяжело ей приходится на сегодняшний момент. В прошлом году брали на подряд организацию СДСК «Дорстрой», и там у нас, к их сожалению, статистика не в их пользу, это десятки штрафов в прошлом году, это уже, ну, не один десяток штрафов даже вот за уборку в зимний период в этом году, и, насколько мне известно, с 1 апреля, с наступлением летнего периода, контракт с ними не заключен. Вот. Соответственно, ОКБ Люберцы на сегодняшний момент приходится самостоятельно выстраивать эту работу. Конечно, она сложная, это большая работа. Вот. Заменили директор этой организации на сегодняшний момент Андреев Алексей Викторович. Я думаю, что у него все получится. Работаем мы с ними плотно, ежедневно. Вот. Но они опять же сталкиваются с той же проблемой, что и я уже выше называл. Это не все дороги города Люберцы закреплены за уборкой. К примеру, улица Карла Липнихта есть такая у нас, идет она вдоль станции Ухтомская. Та часть более-менее закреплена, но она идет еще в другую сторону, от улицы Парковой. Там навалы мусора неимоверные. И сегодня это где пруд? В другую сторону. Да, где пруд, да, только в другую сторону. Если идти, к ГСК «Москвич» там есть. Там ряд старых гаражей, неизвестно кем поставленных уже. Там навалы мусора образуются. Там единственное, что она, ну, находится так, ее не все видят. Это не Октябрьский проспект. Но навалов мусора там на несколько октябрьских проспектов хватит, это уж точно. Так что будем надеяться, что в ближайшее время, как и обещано, наладится эта работа. По крайней мере, вот некоторые улицы, улица Кирова, она городская улица, да, она, в общем-то, уже в более-менее нормальный вид приведена все-таки. Сергей Дмитриевич, вы сегодня сказали, что с 1 мая значительно увеличились штрафы по разным позициям. Сегодня вы озвучили по мусору, который с 15 этажа можно выбросить. Какие-то позиции еще есть? Да, позиции, значит, чтобы люди испугались просто. Ну, давайте попробуем напугать людей. Значит, с 1 мая увеличены следующие штрафы. Значит, это за ненадлежащее состояние прилегающей территории. Каждый хозяйствующий субъект должен содержать не только свою территорию, например, внутреннюю, да, но и прилегающую. Согласно закону Московской области о чистоте и благоустройстве на территории Московской области, прилегающая территория – это территория не менее 5 метров от границ этого субъекта, то есть либо от фасада здания, либо от границы собственной территории, вот, если иное не установлено органом местного самоуправления. В частности, в городе Люберцы иное установлено, а именно 10 метров. То есть любой предприниматель, любая организация берет рулеточку, отмеряет 10 метров от своего фасада, и эту территорию ежедневно убирается. Время первой уборки установлено до 9 утра, вот, и с поддержанием последующим в течение всего дня в чистоте и порядке. За ненадлежащее состояние территории штраф, если раньше был на юридических лиц от 5 до 20 тысяч, то с 1 мая это штраф от 50 до 100 тысяч. Это, я считаю, большой штраф. Это тот штраф, который все-таки должен заставить людей содержать в штате дворника, убираться. Для предпринимателей индивидуальных это штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Здесь же эта же статья подразумевает обязательную установку урны около входа на объект, магазин ли это, или там мастерская какая-то. Штраф тоже
те же самые штрафы, которые я назвал. А вот за непринятие мер, когда вот мы написали предписание убрать мусор, да, за непринятие мер к ликвидации несанкционированных навалов мусора штраф увеличен еще больше. Если раньше он был от 20 до 100 тысяч, сегодня он опять же от 100 до 200 тысяч рублей. Вот, эта позиция изменилась. Дальше. Увеличили штрафы за зимнюю уборку. У нас раньше они были очень маленькие, от 1 до 5 тысяч рублей. И вот те организации, которые я уже называл выше, вот по зимней уборке, да, им было дешевле сидеть у нас, от инспектора к инспектору переходить, писать эти дешевые штрафы, чем, ну, и платить их, собственно, да, чем выпускать машины на территорию. Поэтому зимняя уборка у нас была, конечно, не на высоте, да, на сегодняшний момент штрафы увеличились существенно, вот, в этой позиции. Далее, значит, у нас есть статья «Загрязнение территории, связанной с эксплуатацией транспорта», да, это для нерадивых владельцев машин, которые размещают автомобили на газонах, на детских площадках, которые меняют масло там, где не надо, вот. Замойку машин не установили для этих целей мест. Вот такие вот штрафы у нас действительно серьезно изменились в сторону увеличения. Там более 1000 рублей за парковку на газоне? Или более 5? Хотелось, чтобы более 10 было бы. Давайте, вот свежераспечатанные. Размещение транспортных средств, в том числе брошенных, разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными насаждениями, течет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей, на должностных лиц в размере от 10 до 50, сюда же и входят индивидуальные предприниматели, на юридических лиц от 30 до 100 тысяч рублей. Вот, так что, ну, в общем-то, я считаю, это существенный штраф. Сергей Дмитриевич, спасибо большое, что в гости пришли. Я думаю, что в этом году мы с вами будем еще встречаться. И я думаю, что со временем в ваших словах не будет уже слов «правовой нигилизм», «цинизм», а будет просто «правовое самосознание», когда вы будете нашим гражданам рассказывать, что у них есть не только права, но и обязанности. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго.